Поговорите, да, позвоните, скажите, как, что, если записать на какой-то курс, мы обязательно вас запишем. Елена Николаевна, такой вопрос. Роль мужчины в образовании. Мало мужчин в нашем образовании, но они очень сильно нужны. Это наш стабилизатор эмоциональный, это наш источник вдохновения, это такая защита, это сила, надежность, мужество, это новые интересные идеи, это наше все.